да переехал. В Караганду. Аршавин. Передача. И снова голкипер Шахтера в игру вступает. Продолжается атака Айрата. И Гафуржан Суюмбаев на 43-й минуте поединка забивает таки гол на ворота Шахтера. Там. Давайте еще раз посмотрим. Суюмбаев пробивал по воротам. Шацкий вступает в борьбу. Аршавин. А все сделал для своего партнера по команде. Снова сделал пас на Гафуржана. И смотрим, как Биржан Кульбеков, а также Тарасов пытались помешать Гафуржану забить. А до этого в прыжке пытался защитник сборной Казахстана